Ребята, еще раз всем привет, еще раз всем доброго дня или доброго вечера. Тут же четверг, какое-то там число, ноябрь. Так, нам дали еще работу. Вот эти все пикеты, они у нас пикеты называются, надо почистить, оттереть и покрыть лаком. Видите, какая интересная работа. И вот эти тоже пикеты все. Вот это, ну, короче, вся боковая лестничная клетка, кроме верхней этой. Верхнюю уже сделали. У нас, ну, вот видите, человек, трамик, в первой серии я вам показывал, делает полы, ступеньки, но вот эти вещи деликатные он не делает. Он говорит, не, это уже, у кого нервы будут выдерживать, те пускай и делают. Вот какой английский вариант. Окон, вот эти тоже лаком будем покрывать. Короче, на первом этаже тоже есть работы на недельку. Ну, давайте посмотрим второй этаж. Стены будут вот такие. Пятнышко это поправки. Стены будут вот. Вот такие. Дядя Толя, электрик наш. Так, и тут рамик уже перетирает, короче, это перед финишным покрытием лака, перетирает так. Здесь уже стены, окна, да, и 5 минут жлика, 5 копеек вставляет. Значит, все стены на финиш, все окна на финиш, кроме вот этих плинтусов, плинтусищи, это не плинтуса, это плинтусищи, вот такие здоровенные. У нас бейсборд называется. Да, кстати, почему я называю английскими словами некоторые вещи? Потому что, ребята, вы заходите на Google поиск и вбиваете на английском языке вот эти, например, бейсборды. И вы видите на картинках такую красоту, которую можете у себя на стройке или где-то там у хозяина внести эту красоту и заработать денежек. Будьте благоразумны и умны. Так, второй этаж показывал. Двери на финиш. Кстати, если вот так смотреть, видите, она матовая краска. На этих старинных дверях. Настоящие старинные двери. Всюду ставили герметик. Вы смотрите, как аккуратно. Герметик, потом обводка стен, ничего не паковалось, все ручная работа, то есть валик и кисточка. И вот то же самое вот эти плинтуса. Почему они ставятся перед покраской у нас, а не после покраски, как у вас? Потому что сверху по-любому есть щель. И вот эту щель мы аккуратненько герметиком заделаем. И потом вот это все сливается. Здесь краска, здесь белый будет бейсборд. Это будет красота. За цену договорились. Вот эту дыру сейчас я буду делать. Чем буду... Понятно, два шпателя. Шитрок 45 пластер. И финишная сетка. Вот такая сеточка финишная. Она очень тоненькая сеточка. Обрезать. И вырезать ножовочкой две части дерева, чтобы к чему-то прикрепить этот гипсокартон. Буду использовать старый. То есть все клозеты на финиш белоснежные, кроме плинтусов. Здесь маленькие плинтуса в клозетах. Ремик бафую. Баффинг называется, да? Перед финишным покрытием. Все. А, туалет. Тут еще одна комната и там комната. Вот этот этаж был сделан за неделю. Вася, привет, жена. Уйди отсюда. И тут интересный тоже. Все интересное. Да. Все интересное. А что, нет? Смотрите, ребята, вот это. Ты еще не рисовала, нет? Сейчас еще рисую. Да? Понял. Значит, вот этот
наличник, он темного цвета, только полублеск, краска полублеск. А стена – это экшель. А вот эта часть рисовалась белым полублеск. То есть дерево двумя красками, плюс стена – третья краска. Вот как-то так. Да, жена? No comments. А ну-ка. Вот, сейчас секундочку наведу. Regal Semi Gloss. Угу. Все поняли. Ну, конечно, поймут. Наберут в интернете, в Google поиске, все поймут. А если нет, то я объясню. Все, ребята, всем всего хорошего. Всем пока, потому что меня уже обзывают и говорят, иди драйвол, там пластырь. Всем пока.